Всем здорово. Проводим выходные. Жекину брату купили мопед. Он вынес кататься. Сейчас будем на нем гонять. По такой, типа, стоянка или что-то. Новостройка. На Намыве апельсин. Неплохой дом, кстати. Уже вроде квартиры распродали. Ну, короче, не важно, меня об этом сейчас забьем. В общем, сейчас я уже катался на мопеде первый раз в жизни. Прикольно так. Сейчас Жека подъедет. Я что-то поснимаю, я взял все для этого. Липучку. Шлем, если что, нацепим. Сейчас что-то может интересненько снимем. Сейчас Жека будет ехать, покажу вам. Ты так смешно выглядит со стороны, реально. Для меня так непривычно видеть такое. Где он там едет, ёма? Мопедик вроде 65 км максимум загоняется. И все. Нормально? Привет. Давай чуть-чуть проедемся. Сзади. Ты что, спереди хотела? Да. Ну давай сначала сзади, потом спереди. Ты мне его заведешь, не шарю. Ну так садись и заведешь сам. Ну да. Падай! Тормоз тут зажми, короче. Нажимай кнопочку. Ноги нельзя, не просто. А, стоп, ключ не повернули. Давай. Блин, ну страшно. Зажи. Все. Все. А он где будет ставить? И он поставил. Поставила? Да. Сразу остановит он. А где они? Блин. Держишься? Несы. Только не развейся. Ты держись, охвати меня нормально. Мужчина. Что за пиздец? Ничего. Мусора. Не снимай, короче. Да я не снимаю. Как Жека говорил? Заводить или нет? Они уехали, да? Так шумем поехали? Да. Вот ты все палила. Так. Хочешь себе байк теперь? Да я не знаю, как-то не хочется уже с таким управлением. Мне надо просто привыкнуть. Тем более, здесь управление такое работает. Я же тебе говорю. Гоняет, лучше не гоняет. Я знаю, мы уже видели. Знает. Не знаю, может, и его. Мусора проехали? А мы тормозили. Это я там притормозил и вырубил его. На, вы а тебе. Что, фару включили, как вы ее включили? В смысле? Хоть нажимал, блядь. Ничего не нажимал, вот это наверное. Это не нажимается вообще, ебать. А, вот, да. Я, наверное, боже, я сразу там за машиной тормознул. На. А? Что? Что? Ты хочешь попробовать? Они выехали, поехали где-то? Я не знаю, они тут. Да, они давай поехали. Лучше они сейчас возвращаться будут. Да, ну тормози. На мужик на машине сказал, чтобы мы не ездили, типа, да, мусора остановить. Вот тот, что проехал на живую ленту. А-а-а. На видео, если будет видно, покажет, короче. Нормально. Только ты снимаешь на нос. А мне держи. Держись. Покажи свою лысину. Посмотрите на Серегу. А тебе на меня. Банда лысых наступает. Вот как она проходит. Утренняя тренировка. Немногие выживают. Бегали, сидят с блином. Это только полработа сделали. Сейчас будем прыгать. Тренировка была у нас на 8.20, представляете? Вообще жестко просто вставать так рано утром. Так что жестко? Ты меня сними, покажи, как мне. Я с тебя говорю. Ты спи, спи. Тут мы просто закрываем так вот. Жестко, блин. Сейчас мы вам покажем пару упражнений, тренировка ушла.
На утренних тренировках буду почаще снимать. Сейчас у нас скачки, потом жабки. На стопу я не буду снимать. Ну и пресс спинка, в принципе. Все немного отдохнем, будем косить. Чем я занимаюсь по вечерам, спросите вы. Играю с своим домашним питомцем. У него такой хомяк есть. Зацените. На. Так, хочет хавать. Оп-оп-оп. Давай-давай-давай. Тянись-тянись. Ладно, все, не буду мучить. Ты скажете, живодер. Такой хомячок у меня карликовый. Смотрите, он всю щенку схавал. Не схавал, за щуку. Засунул. Слеп. Куда ты подошел? Алло. Я его сблизи покажу. Так, чаек попиваю. Погода сегодня фиговая, дождь идет целый день, никуда не уходил. Надо видео снимать уже, как бы вылажать. Вон, понтуйся. А выходы на два? Это выходы на... Вот так? Не, вот так. Вот так. Что не так? Так, да. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я покажу зрителям, что Андрей кончили. Я ж тогда не сделал выход на две. А, ну давай. Я уставший, больше не сяду. Да что ты там понты кидаешь, дядя? Сегодня я бы обморок падал, не ты, так что не надо. Хотя бы один раз что-то сделать. А дай пять, а мой рекорд 5 раз. Итак, Валера идет на рекорд. Раз. Ну, дядя, с такими водорослями тебе только делать. Два. Да что ты орешь, ты дурной? Давай, давай, 4, Валера! Да? Ну хорошо, пусть будет 5. 6. А руки кто разгинает? Кто руки разгинать будет, не считается. Давай, разгинай. Сколько? 6, блин, нечистый. А ну смотри, как мастер сейчас показывает. А, вот видите, я не дрыщ. Давай, Стутхем. Подписывайтесь на инстаграм Стутхема. На. Не то, что я. Дрыщ конченый. Турник не сломай. Снэйк мобичев. Нормас. Я все равно коряво делаю. Купил часы на Али. Экспресс. Нормально, да? А ну покажи свои сблизи. Ну вруби, подсветка есть у тебя ж? Ну как я вижу? Ну правда хером видно, ну так, ну понятно. Как-то короче, заебись часики. После тренировки решил доснимать влог. Козла понесем. Хочешь козла нести? А что на козла? Давай вот я тебя сяду на спину и ты вот так будешь качать. Я тебе сейчас одно упражнение прикольно покажу. Сейчас. Ты зрителям покажи упражнения какие-то. Смотрят туда, что просто так. Спину, я тебе сейчас покажу. Сейчас. Сейчас мы вернемся. Тебе, ты говори. Да, понятное дело. Хотя кто меня там смотрит? Нормально? Только смотри, ты берись руками за самую нижнюю. И теперь ноги вместе, тупо ровно и поднимаешь максимально вверх. Да, вот так. Еще дальше, если можешь, еще выше их туда. Да, еще, если можешь, максимально, короче. Да, вот так вот. Это жесткое упражнение на поясницу, реально. Что, тяжело? Да. Да. Упражнение номер один, да? Сломался. Не, ну реально, вот попробуйте, кто там это делает. Не, напишите в комментариях. Да, напишите в комментариях, как вам. Упражнение нормально будет, нет? Давай я тоже сделал. Девочки, там что-то делать. Я могу плохо. А ты хочешь? Да. Привет всем, привет маме. Давай. Вот такие у нас ребятки, блин. Давай я тоже поделаю. Что-то. Будешь меня снимать? Давай. Давай, на. Там уже есть. Правда, он коротенький для меня. Ну и позарь поменьше давай делай. Извини, Валера, я нашел новую звезду.
укачиваем спину, то некоторые проблемы есть со спиной. Позвоночник бывает западает, болит. И чтобы не болело, мы закачиваем. Мышцы удерживают позвоночник на своем месте. Так что после каждой тренировки будем теперь качать поясницу. И так далее. Сегодня бегали по 150, еще и прыгали. Так убился. Это жесть. Сейчас. Тренировка полчаса назад закончилась. Все, 7:30. Жесть. Что вам? Нормально? Как после бегов? Вообще расскажи ощущения. Вообще не очень ощущения. Лично я чуть не обрыгался. Я сегодня по пушку шел. Вертолеты словил. Что, все, будем чхлить? Да, все. Всем спасибо, с вами был Вов Валера. Да, да. Это был Крыжовый. Короче, на такой ноте заканчиваем досик. Так что подписывайтесь на каналчик. Ставим лайкосик и всем удачи, всем пока.